как правильно питаться, чтобы хорошо спать? Какие вещества способствуют хорошему сну? Что можно, а что не нужно пить, чтобы не было проблем со сном? Смотрите видео до конца и узнаете, как еда влияет на сон. Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». Распорядок дня каждого человека обязательно подразумевает ночной сон. Вот только беда в том, что не всегда удается быстро засыпать и высыпаться. Одним из факторов, влияющих на сон, является питание. Как построить свой пищевой режим, чтобы ночью хорошо спать? Правильный распорядок дня в течение дня приемов пищи позволит быстро заснуть и ночью спать без пробуждений. Утром следует разбудить как следует организм и дать ему подзарядку на целый день, поэтому завтрак должен быть питательным, содержащим полезные вещества и легко перевариваемый. В течение дня можно питаться так, как хочется, но для того, чтобы вечером не было осложнений, все же выполнять определенные рекомендации. Продукты, содержащие большое количество клетчатки, вызывающие нагрузку для пищеварения, следует употреблять в первой половине дня. Мясо, бобовое. Продукты, стимулирующие обмен веществ, повышающие энергетический запас, тонизирующие нервную систему, шоколад, кондитерские изделия надо употреблять до 15-16 часов, иначе могут быть проблемы со сном. Вечером следует принимать еду, которая легко усваивается, хорошо переваривается. Ужин надо планировать не позднее, чем за 2 часа до сна. Недопустимо переедание, которое будет вызывать вздутие живота, тяжесть в желудке и мешать спокойному сну. Чтобы спокойно спать, следует в течение дня использовать те продукты, которые вечером будут оказывать на тело расслабляющее действие. Ведь все необходимые вещества должны сначала усвоиться, потом попасть в кровь и достигнуть места, чтобы оказывать необходимое воздействие. Какие вещества способствуют хорошему сну? Для того, чтобы ночью спать, необходимо в течение дня употреблять в пищу продукты, содержащие триптофан. Именно эта аминокислота способствует образованию серотонина, который ночью превращается в мелатонин, гормон сна. Триптофан содержится в молочных продуктах, мясе птицы, особенно его много в индейке и курице. Еще богаты триптофаном бананы, орехи, финики. Для того, чтобы триптофан усваивался лучше, это происходит под воздействием инсулина. Надо употреблять продукты, стимулирующие образование гормона, выделяемого поджелудочной железой. Для продукции инсулина надо есть хлеб, каши, овощи, фрукты. Кроме триптофана на качество сна влияют. Магний. Продуктами, содержащими магний, которые хорошо усваиваются, являются орехи, их можно есть перед сном. Витамины группы В, которые содержатся в разных растительных и животных продуктах. Они воздействуют на нервную систему, способствуют расслаблению. Для того, чтобы организм получал в достатке витамины группы В, следует есть овощи, мясо, яйца и рыбу. Витамин D помогает при засыпании. Он содержится в растительных маслах, рыбе и синтезируется при пребывании на солнце. Что же можно есть непосредственно перед сном для расслабления и хорошего засыпания? Перед сном можно употреблять разные орехи, но особенно полезны для сна миндаль и арахис, семена тыквы, киви. Какие напитки помогут решить проблему со сном? Кроме еды, важно использовать правильные напитки, которые не будут возбуждать перед сном и наоборот вгонять в сон после завтрака. Напитки, содержащие кофеин, лучше пить утром или хотя бы до обеда. Вечером можно использовать соки, вишневый и яблочный, молоко и кисломолочные продукты. Пить просто теплую воду. Расслабит ромашковый чай. Алкоголь перед сном приведет к возбуждению, поэтому из гостей надо уходить по крайней мере за 2 часа до отхода ко сну. Не стоит употреблять на ночь много жидкости, иначе интенсивная работа почек разбудит вас среди ночи. Вот так стоит питаться, если есть желание спокойно спать. А качественный сон нужен для того, чтобы голова четко работала и тело не уставало. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!